Концерт, сладости и подарки. Детям, которые проходят реабилитацию в доме с ангелом, устроили настоящий новогодний праздник. Для мальчиков и девочек выступили клоуны и Снегурочка, а после праздника все получили сладкие подарки. Все это организовали представители австрийского консульства в Одессе. Подарить детям ощущение праздника, потому что в какой-то степени эти детки отрезаны от окружающего мира, и то, что происходит с ними во время этого реабилитационного курса, это достаточно яркие впечатления, и мы хотели стать частью этого курса, хотя бы немного приблизиться к той великой цели, которую выполняют организаторы и управляющего этого реабилитационного центра. И, собственно, цель состоит в том, чтобы подарить детям ощущение праздника. Это самая главная наша задача.